Ну что там, поклевка что ли? Да. Ну давай, затяни. О, у Володи дела идут уже, неплохо. Уже 3 штук. Прыгался с первым. Спаси нам тебя. С первым вот харисом в этом году. Вот она. Вот, друзья. Туда животные налетели. Привет, друзья. Вот как и обещал, приехал на Енисей с товарищем. С Кононова. Деревня Кононова. Ой, Рождество, ребят, Рождество. Сегодня 7 января. Всех с Рождеством, с праздником вас. Будем пытаться ловить харюза. Вася, подожди. Вот у меня напарник Вася. Вася, поздоровайся, кто видели. Здравствуйте, вот, господа. Вот сколько людей, народа сколько. Вот. Смотрите, природа какая здесь. Итак, будем сейчас пытать счастье. В одно место приехали, лед еще не стал. Да, Хвостоносска протока не стоит. Енисей теплый, как я вам говорил. Не замерзает. Морозы сегодня 32 градуса. Ну не чувствуется так. Нормально, да? Нормально. Ничего понастроили. А раньше не было, да, извините. Вон, смотри, видишь, рыбачит. Это на спине. На балду? Под кромкой, да? Вот, Паньку-Станьку, раз, без поплавка, без ничего. Ну, я знаю, на тирольку. И да, и на тирольку. Раньше ловился прекрасный с под берега. Так, друзья, мы сейчас будем вариться. Включимся позже. Красота. Вот Енисей парит. Шуга идет. Так, ну что там? Поклевка что ли? Ну давай, затяни. О! Вот он первый наш улов. Харюзок. Вот. Ну что, Вова, с почином тебя. Я думаю, если дальше так пойдет, то может что-нибудь и к вечеру и наловим. Я же обещал. Да. Серия будет хорошая. Молодчинка. Прямо уже в кромке льда сидим. Туман, красота. Вот. У Володи дела идут уже. Неплохо. Уже 3 штук поймал. Вот. Рыба пока клюет потихонечку. А у меня ничего не ловится. На камеру пока не поймал, но одного половина вытащил. Может, сейчас попробую. 3 подряд поймал. И все. Видать, кучка подошла? Да. Стайка подошла, наверное, все. И тишина. Тишина. Ладно, не хочет снимать. Не хочет на камеру. Да, вот сидят. Ну, как бы не густо.
сильно-то охального клёва нет. Ну, видать, Рождество. Харюс тоже, наверное, любит отдохнуть. Вот и Василий обрыбился с первым. С почином тебя. С первым харюсом в этом году. Вот она, рыба-то какая настоящая. Рыбы есть, да? Конечно. Будем рыбачить. Вот, а то собирался домой, уже рыбы нету. Только запутал я эту всю снасть. Я говорю, путается. Ты мне не верил. Вот, друзья. Тут даже вот и на летней удочке рыбачит. По кромке льда. Называется балда. На балду. Как там балда? Это балденка. Балденка маленькая, да. Бывает удачно. Ну как, Василий, рыба? Ну как вот. Пока вот один попался. Хороший, мерный. И тишина пока. Пару поклевочек. Было еще таких щипков. Вот. Спиннингисты, да. Тема хорошая. Раньше ловился он хорошо. Ловили мы. О-о-о, тянет вон. Поймал. Мелко поймал. Рыбалка утренняя закончилась. Да, рыбалка утренняя закончилась. Все домой уходят. Поедем на другое место. Здесь маленько поймали. Поедем ближе к дому. Ближе к дому. Сейчас-то от Троцка доедем. 100 километров отъехали от города. Такую даль ехали. И... ничего пока нету. Пока не радостно. Пока не радостно. Мороз градусов 30. Да нет, больше 30, наверное. А? Больше 30, наверное. Ну, градуса 32. Ну, что-то похолодало. Какой-то северный плюсок потянул. Вроде обед должно маленько обводнять, а, по-моему, еще хуже. С утра теплее было. Сейчас чаек попьем, перекусим и до города поближе, к городу. Там тоже можно порыбать. А, лицо жжет, мороз покрепчал. Вон какая красота. Лес как в сказке. Вот, друзья, чай пьем и едем дальше. Взял палатку с собой сегодня. Летняя у меня, большая палатка летняя. Ну, не пригодилась она. Не стали делать. Собирать, разбирать. Так, посидели. Маленько половили. И домой поедем. Не домой, на другое место, да, Вася? Дальше поедем. Удачу ловить. Удачу ловить, да. С праздником вас. Рождество Христово. Всех подписчиков, телезрителей канала, друзья. Всех с праздником. Вот. Такой праздник мы отмечаем. На рыбалке. Вот, друзья.
какая дорога. Вот едем на рыбалку по такому прекрасному лесу. Зимний лес. Такая красота. Едешь и любуешься природой. Все в снегу. Красиво. Вот, друзья, приехали на другое место. Сейчас будем пробовать здесь. Что клюет, что не клюет. Ну, народу что-то мало. Там больше народу было. Но здесь протока маленькая. Из-за этого народа мало. Ну, как-то вот так. Вот здесь обрубились. Ну вот здесь небольшого хорюска поймал. Начало есть, может, будет или к вечеру, ну, да? Сейчас посмотрим, что вечером будет. Ну, я думаю, к вечеру маленько зашевелит. Будет, может, и лучше. Ну, пока как-то вот так. Так что рыбалка продолжается. Все собирается домой. Холодно. Рыба не клюет. Одна, две, кого-нибудь хватит. Скоро мы будем собираться домой. Еще, может, с полчасика посидим. И все. Будем закругляться на этом. Как, Вася, улов? Никак. Главное, говорит, не рыбалка, главное процесс, да? Рыбалка сегодня не удалась. Ну как не удалась? Мы поймали, маленько поймали. Ну это разве рыба? В добрые времена ловилась поболее. Видать, тоже праздник у рыбы. Наверное, тоже праздник. Да, рыба тоже отдыхает. Все собираются, потихоньку все уходят. Скоро мы собираться будем домой. Ну вот, друзья, подведем итоги. Вот такая у нас рыбалка сегодня вышла. Поймали штук 9, наверное, поймали. И все. И рыбалка у нас закончилась. Ну, всем пока.